Привет, друзья! И сегодня мы покатимся на таком вот оранжевом мини-каре. Посмотрим, что он может, с чем он справится, да? Что еще говорит? Просто поехали дальше, приехали на чекпоинт понемножку. Стоп. Да. Ага, ворот. Окей. Сначала платформ, прекрасно. Да, что на этот раз не получилось. Поворот еще и... Подождает, ехали. Отлично. Эти знаки, знаете, так мешают постоянно. Поворот. На платформу. Шикардос, ехали. Какие-то конусы. Мы на них пока, ну, по всему покатимся просто, да. Пойдем. Хорошо, мы повернули. Идем дальше.
Нет, падай. Нет, нет. Держись. Ой, отлично. Да, то есть приземление как-то неудобно, но все же. Что еще поделать? Бургеры и антенны? Да, конечно, комбинация такая себе. Ладно, нам-то что, мы просто выйдем. Поворачиваем сейчас, вот, шик. Все туда, туда, ну как получается, да? Долетим, долетим все-таки, да? Да, отлетели. Дорога, поезда, делаем прыжок, и мы на платформе. Прыжок. Ой, я чувствую, мы перелетели. Перестарались. Нет, прыжок. Ладно. Продолжаем вот так вот. И можно... Ну как нормально. Мы на обычных платформах. Здесь нас ожидает антенна. Не. Понемножку по платформочках попроезжаем. Так, опять антенна, ладно. Поднимаемся. Быстрее, давай. Пробурим небо. Ну, это не такая платформа, ладно. Ты выйди сюда. Ага, еще эти вот знаки. Стоп, винти. Ой, как они называются? Ветровые мельницы, да? Прямые.
пока ждем, пока оно проедет. Окей, окей, хорошо. А теперь настало самое. Кто я? Это финиш, да? Это спуск финиш, так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и всем пока.